В мэрии города прошло очередное планерное совещание под председательством заместителя мэра города по вопросам ЖКХ и транспорта Михаила Владимировича Солоницына с главными специалистами территориальных отделов и руководителями коммунальных предприятий по актуальным проблемам. На повестке дня стояли следующие вопросы: анализ выполненных работ, информация о новых актуальных проблемах. Началось совещание с приятной новости. Михаил Владимирович объявил, что количество порывов водопроводов в городе с прошлого года уменьшилось в 2 раза. Также в ходе совещания были озвучены следующие проблемы. Отсутствие уличного освещения. Некоторые улицы в нашем городе не освещены полностью. Неблагоустроенные территории после ремонта водопроводных сетей и линий электропередач. Отлов бродячих собак. А также новый вопрос, внесенный в повестку дня на совещании. Это совершенный акт вандализма на территории городского кладбища. На братской могиле с корнем вырвали металлическую ограду. На ее месте теперь планируется посадить кустарник. Все озвученные проблемы были занесены в протокол с указанием сроков и ответственных за их исполнение.